27 марта в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности президента Валерия Бганба Национальная библиотека Абхазии, как и многие другие госучреждения и организации, ушла на карантин. В сложившихся реалиях практически все внимание жителей нашей страны сегодня сфокусировано на глобальной сети. У подавляющего большинства есть доступ к интересующим его ресурсам. Нацбиблиотека, идя в ногу со временем, активизировала социальные сети. Официальный сайт главного книгохранилища исправно работал и до карантина, отмечает директор Нацбиблиотеки Борис Чуларян. Он, как и его сотрудники, сейчас дома на самоизоляции. Могу на основе статистики сказать о том, что на прошлой неделе 24 новых читателей, из них 9 – это Саратовская библиотека, Московские и Новосибирские библиотеки, которые, в общем-то, читают сами библиотекари сказки для детей и для других слоев населения, востребованные социальные, востребованную информацию выкладывают. То же самое делаем мы на своем сайте. К сожалению, то, что сайт из-за лицензии не поддерживается, но мы пользуемся Фейсбуком, Мессенджером, Вайбером, в которых мы все эти информации выкладываем. На официальном сайте учреждения есть и раздел, где представлена электронная библиотека, рассказывает Борис Чулария. Безусловно, речь не идет обо всех книгах, хранящихся в фонде, но ряд редких и необходимых изданий представлен. Конечно, информация востребована. Именно фонд, который у нас, он, я бы сказал, универсальный. Мы также берем, заимствуем другие полнотекстовые тексты в электронной версии и стараемся выкладывать. И причем нам это приходится делать, мы его выкладываем через Facebook, а дальше уже идет процесс посещения, читка этих текстов. Нас это очень радует. Возможно, мы понимаем, какая информация сегодня нужна населению. Одна из самых востребованных страниц Нацбиблиотеки в соцсетях – это страничка в Фейсбуке. Здесь, как отметил главный редактор газеты «Абхазский университет» и по совместительству сотрудник Нацбиблиотеки Алхаз Чхамалия, который ежедневно обновляет информацию на странице, общение с читателем идет активно. Харах на пьяну, хаталасарас на пьяну, а библиотека ядхало уя сайта усура, а социалтхаква русура ядхало ганахела, и схарт сылшой схала гисагзам, арака дыгоп Сергей Белогур, дыгоп Русудан Гандепха, абарцыги ахчебетана, охычни, азхуцра хачуб, а рубрика джитсква, ярабри адакакварча сайтача, икхаргылуйт, яхапи хаамта, якчызтва, яхаб ахтысква, иказа, азевтве шишуксанчамтаза, айвешетве шишукса, алагамтаза, яла агалыйт, а рубрика джитсква, апсуа сахаркарат литература кант, яла галопа рубрика апсуа поэзия, и рубас и гирты а рубрика паки. 29 марта 2020-го, спустя два дня после объявления карантина, Национальной библиотеке Абхазии исполнилось 99 лет. Новый ритм жизни и изоляция не позволили отметить эту дату достойно, но на страничке в Фейсбуке есть статьи на двух языках с подробной информацией об истории книгохранилища. Иван Георгий Папапаскер ихтисхо библиотека атурых ядхало уя усура шейчкау уя айбешран пи ихтисыз атурых библиотека на пхкаве Борис Шаликой по чолария ейтейхо ахтисква абри карантин якуршина ирылахо айвина шиказха абри ахера икацо янагадзум ус баша айвина шиказха айвина хаказарги дасу и халшо ханапьяну хаус хаджизаруб хадырраква ирызхархаларуб хаму алшараква а интернетома дачакума дачакума абарцыги халшараква х и хархорубха сгу янагуй. Ранее шла речь о закрытии учреждений культуры на карантин до 7 апреля.
В понедельник, 6 апреля, на официальной странице Министерства культуры опубликован приказ министра Эльвиры Арсалия продолжить карантин и приостановить деятельность учреждений культуры до 20 апреля 2020 года. Анастасия Никонова, Абаза ТВ.